В другом хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, который рассказывал Аль-Умар разиаллаху анху, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Закируллах фи Рамадан вахфурун лаху». Человек, который упоминает Всевышнего Аллаха в месяце Рамадан, это человек, прощенный от грехов Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах прощает этому человеку. Он всегда чистый перед Всевышним Аллахом, тот человек, который всегда упоминает Всевышнего Аллаха в месяце Рамадан. И человек, который просит у Всевышнего Аллаха для себя здоровье, имущество, маишат, ильму, аклу, деяние, соответствующее этим знаниям, помощь своей религии, помощь в семье, чтобы Аллах облегчил ризк, чтобы халал ризк был, чтобы спасти его от долгов, вытащить его из долгов, от трудностей, чтобы дать ему здоровье, исцеление от болезни. Это все, что который просит, фихи ля яхи. Этот человек тоже не останется в стороне, имеется в виду неотвеченным Всевышним Аллахом этому человеку дуа. Этот дуа человека, как мы говорили, именно в этом месяце, упоминающего Всевышнего Аллаха, Абдуллах бин Абиу Ауфа, науму саим ибадат. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: сон спящего человека – это поклонение. Просто представьте, у раза месяц мы спим, до 10 часов мы спим. Это тоже считается ибадатом. За это время, если человек вышел бы, он может где-то гибад сделал бы, бухтан сделал бы, там, кому-то зуму сделал бы, притеснение, у кого-то что-то там забрал бы, не так посмотрел бы, кого-то обидел бы, может, харамом занялся бы, на харам посмотрел бы. Много что, которое может быть. Лучше это время, если у тебя, ты не уверен, что ты можешь защититься от таких вещей, лучше дома спи, это наумуса, имя ибада. Сон постящего человека – это поклонение. Васам туху таспих. Считайте, мы утром и вечером, после каждого намаза, Субханаллах, 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 в намазе, Субхан Рабби Аль-Адава Бихамди, Субхан Рабби Аль-Адава Бихамди, другие таспихи, которые мы читаем, его молчание, у раза месяц ничего не говорит, он просто молчит, хоть кто-то разговаривает, ему как по барабану, скажем, молчит человек, это тоже ему таспихом считается. Просто молчание – таспих. Даже ничего не надо делать, молчание – это таспих. Его деяния в этом месяце – посящего человека, они приумножаются, как мы в другом хадисе как говорили, его все деяния приумножаются. Ва дуаухум мустаджаб. И его дуа такого человека: проси все, что хочешь. Лежи на диване, сколько хочешь. Вот целый день лежи и спи, когда вспомнил: Аллах, дай мне ильму, Аллах, дай мне ризки, Аллах, облегчи мне мирское, Аллах, проси мне мои грехи. Грехи моих родителей, родственников, близких, друзей, все, что хочу, проси. Ты постящий, Аллах Та'ала тебе отвечает на это дуа. Ва дамбуху магфур. И Аллах тебя очищает от твоих грехов. Какой милость постящему человеку за целый день, который он делает. Это милость, которая на этом не заканчивается, ее вознаграждение.